Сегодня приготовим торт Прага. Для этого нам понадобится 6 яиц. Отделить желтки от белка и взбить в пышную пену. Затем добавить 150 грамм сахара и соединить белки с желтками. Всыпать муку 115 грамм и 25 грамм какао-порошка. Все перемешать и добавить 40 грамм растопленного масла, остуженного до температуры 28-30 градусов. И готовую массу выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму. Печь при температуре 200 градусов полчаса. Дать выстояться на решетке не менее 8 часов. Теперь крем. 1 желток, 20 грамм воды, перемешать, добавить 120 грамм сгущенки и ставим на маленький огонь. Варим до загустения. Уваренный сироп охлаждаем и добавляем предварительно взбитое с ванильным сахаром масло 200 грамм и 10 грамм какао. Затем бисквит разрезать пополам и прослоить кремом. Обмазать снаружи повидлом 55 грамм и вылить сверху глазурь. Глазурь готовится 60 грамм шоколада и 60 грамм сливочного масла. Торт готов. Приятного аппетита!